Доброго времени суток, друзья! Вы на канале LEGO Craft, где мы говорим про свои LEGO наборы и показываем их сборки. Сегодня у нас очередной старенький наборчик LEGO City 60003 «Тушение пожара». Оставайтесь со мной до конца ролика и подпишитесь на наш канал, тем самым вы поспособствуете в его развитии. А мы начинаем! Поехали! Итак, LEGO Дупло у нас закончился. Недавно на нашем канале вышел ролик с последним LEGO Дупло набором. Довольно долго я ждал недостающую деталь к нему. Специально покупать подобные наборы мы не будем. Мы уже с них выросли. Пожарников с набора 60003 я приобрел вместе с вот всеми этими наборами, ролики про которых уже выходили у нас на канале. Если не смотрели их по каким-то причинам, обязательно посмотрите и оцените. Покупка была совершена в начале лета прошлого года и обошлась мне в 60 евро. Это далеко не все комплекты с этой покупки. С города Сигулда приехали к нам все эти LEGO. Про саму покупку более детально я упоминал в предыдущих роликах. С этим набором было все хорошо, были все детали и инструкции, все в довольно хорошем качестве. Этот сет сын получил еще в прошлом году, материал по сборке отснят тоже тогда еще. После этих пожарников сын захотел приобрести пожарное депо, в нашем случае получил он пожарную часть, набор 60320. Состоит и собирается набор из двух частей, две инструкции, начнем с них. По первой книжечке собирается сама пожарная машина, а по второй домик, в который начался пожар. Посмотрим, обозначена ли в конце книжечки серия пожарников. Здесь мы видим несколько наборов серии Creator. Нам знакомая картинка с полицейской серией. Ролик по набору 60007 уже выходил у нас на канале. Но, видимо, остальные картинки надо смотреть в первой книжечке. Вот у нас картинка LEGO города. По-моему, такую мы видим в первый раз, однако некоторые наборы нам уже знакомы по картинкам. Ролики по ним еще не выходили, но могу сказать, что все эти 5 наборов у нас есть в наличии. А вот и пожарная серия того года. Если правильно помню, то это 2013 год. Вот наши герои сегодняшнего выпуска 60003. Вот эта машинка на картинке с горящим домом. И у нас также есть и ролик выходил по вот этому. Этому наборчику 60001, машинка с пожарником. Само транспортное средство пожарников, я бы сказал, очень старомодное. Даже в 2013 году, это год выпуска набора, я повторю, у пожарников были более современные машины. Грузовик оснащен большой выдвижной лестницей, которая поднимается за счет имитации вот этих вот поршней. Детали мы посмотрим позже. Крепится лестница в этих местах, техник акселем, на эти красные скрепляющие техник детали. Выдвигается лестница в длину, вот это максимальная, по-моему, ее длина. И платформа с лестницей вращается на 360 градусов. На машину также установлен пожарный шланг, который можно вытягивать. Вот его максимальная длина. И наш пожарник, взяв его в руку, может смело выполнять свою работу, лезть на лестницу и тушить пожары. Тут он, правда, на лестнице никак не крепится, можно только его положить. Вот так. И таким самым наш пожарник в деле. Помимо водонапорного шланга на машину еще крепится несколько аксессуаров к мини-фигуркам. Это вот такая пила и топор. Для выламывания запертых дверей, которые находятся под пожаром. И маленький желтый огнетушитель. Такой вот состоящий из двух деталей. Такой нам попадался в наборе автомобиля пожарного с артикулом 60001. У кабины грузовика открываются двери с двух сторон. Большое автомобильное стекло. Крыша снимается для посадки водителя. Кабина ничем не примечательна, там никаких дополнительных аксессуаров в виде кружечек и прочих приборов нету, только рулевая часть. Но кабина оснащена такими вот поручнями, куда можно крепить человечка, который, стоя на вот этих порогах, может также перемещаться, возможно, взяв в руку какой-либо из инструментов. На машине присутствует несколько наклеек, одна спереди с эмблемой пожарников, и с номерным знаком 60003 спереди, как и сзади.
Сзади есть также наклейки на вот этих вот гладких скосах в виде бело-красной ограничительной ленты. Мини-фигурок в наборе 3 штуки, все вот с одинаковыми торсиками и ногами или штанами. Отличаются только их головы, одна девушка-пожарник, мужчина-водитель со шрамом на лице такой вот и со щетиной. И с запотевшим лицом пожарный в полной экипировке, с маской противогаза и баллоном с кислородом на спине. Давайте лестницу у грузовика мы задвинем и смотаем наш пожарный шланг. Заматывается не очень-то легко. Домик, в котором начался пожар, такой относительно небольшой, больше похож на сарайчик. Однако в рамках Лего он считается порядочным домом. Тут присутствует много полезных деталей разных. Домик с красной крышей. С одной стороны видно, крыша немного прогорела. И пламя у нас регулируется. Можно ее как выставлять, так и убирать. В случае, если пожарники сумели затушить огонь. Двери и окна у домика заколочены. Видимо, этот домик заброшенный. На этих тайлах кремового цвета наклейки. Судя по установленному фонарю, можно сделать вывод, что это не загородный домик, а непосредственно здание, находящееся в городе, раз тут есть электричество. Почему произошло возгорание, по канону этого набора неизвестно. Дом заброшенный, всякое могло быть. Снаружи домика также стоит мусорник. Такая деталька у нас уже была, по-моему, и не раз. Мусорники у нас есть разных цветов, но этот вот еще один зеленый мусорник. Внутри дома, можно сказать, ничего нет. Единственное, что здесь есть, это вот такая бочка темно-коричневого цвета, внутри которой находится щеточка. Для чего она тут? Ну, непонятно. Ну, спасибо хоть еще за один аксессуар к мини-фигуркам. Как и у любого здания, так и у этого, для удобства обыгрывать внутри помещенческие действия, крыша снимается, так как на одном из ряду используется много тайлов, и крыша держится всего на 8 студах. Ровно из 300 деталей состоит набор под названием «Тушение пожара». Это детальки пожарного грузовика, видим много интересного. Большая автомобильная платформа или основа такая вот. Первый раз у нас попадается пожарная лестница, состоящая из двух деталей, точнее даже из трех. Такая еще там деталька была. Выдвижные поршни, которые показывал, вот эти две детальки, так они выглядят. И вращающий элемент лестницы состоит из вот таких двух деталей. Они скрепляются между собой и позволяют лестнице крутиться на 360 градусов. Пожарный шланг разбирать полностью я не стал. Эта желтая деталька непосредственно скреплена с веревкой такой довольно плотной. В этом месте завязан узел, продет насквозь эту серенькую деталь, которая в свою очередь скреплена с этой черной. Это, наверное, у нас тайл такой модифицированный, но я точно не помню. Поправьте меня в комментариях, если я ошибся. Кубиков тут не очень много, но зато есть два больших таких кубика размером 2х8. Но несколько модифицированных кубиков, больших довольно. Пластин предостаточно, белых, серых, черных и красных. Ну и как уже говорил, у человечков одинаковая одежда, торсики и ноги. Как уже говорил, домик состоит из массы полезных деталей. В основе у нас лежат такие две большие пластины, черная 6х16 и светло-серая 8х16 студов. 5 больших красных скосов на 8 студов в длину. Помимо них еще парочку маленьких скосиков. В отличие от пожарного грузовика, кубиков здесь намного больше. Присутствуют 2 темно-серых таких длинных кубика, 1х16 студов. И 2 темно-серых высоких кубика в 5 в высоту. Очень много красно-коричневых таких модифицированных кубиков, можно много где использовать в строительстве. Также большое количество таких вот 1х1 модифицированных темно-серых кубиков с боковым креплением. Несколько аксель деталей, 2 окошка с прозрачными стеклышками и дверь с прозрачной, ну тоже дверью получается.
Про зеленый мусорник и деталь бочки я уже говорил. Но вот посмотрим, такая у нас первый раз попадается деталь пламени. Намного больше, чем стандартная деталька пламени такая. Но думаю, эти обе детали не являются редкими, так что мы их еще увидим. Ну и напоследок покажу длинную деталь фонаря. Такая своеобразная, правда, пока не представляю, где ее еще можно было бы использовать. Честно, я бы не сказал, что сюжет набора 60003 такой уж интересный. Приехали, потушили пожар и уехали. Однако, тем не менее, этот набор дает массу игровых возможностей, как то, что тут имеются 3 мини-фигурки, очень много аксессуаров к мини-фигуркам разных, машина с выдвижной лестницей, с помощью которой можно поднимать человечков на очень большую высоту, как и сам домик, который можно перестраивать на свой вкус и лад, делая его как домик для жилья или же убежище для, скажем, бандитов. Сыну набор очень нравится, довольно много он с ним играет. Даже тяжело сравнить, с чем он играет больше. Более современным набором 60-320, либо же стареньким 2013 года. Все же стоит отметить, что раньше наборы были предназначены более старательным детям. При сюжете этого набора приходится не только приехать к месту пожара, стрельнуть из пушки и уехать, но и рассадить мини-фигурок, взять необходимые инструменты в руки, выдвинуть лестницу и приступить к пожару. Все-таки процесс игры в современных реалиях намного урезан. Но несмотря на это, тем не менее, сравним эти две грузовых машины пожарников. Так вот они выглядят, хотя эту новую, более современную, не очень правильно было бы сравнивать с этой, так как я уже говорил, что даже в 2013 году были пожарные машины примерно такого дизайна. Ну и напоследок сравним еще мини-фигурки, а точнее их шлема. В обзоре набора 60-320 я говорил, что новые шлема довольно уникальные, так как раньше шлема с противогазом и баллоном с кислорода выглядели вот именно так. На этом все, друзья. Надеюсь, вы постарались красную кнопку сделать серой и поставили лайк под роликом. На очереди у нас ожидается еще один набор на пожарную тематику, так что не пропустите, будет интересно.